Это программа «Патруль». Мы рассказываем о происшествиях и о ситуациях на дорогах города и округа. Всем здравствуйте. За сутки в округе горело два жилых дома. Так, одно из зданий вспыхнуло накануне днем в селе Мужи. Спасатели успели вывести из горящего строения двух пожилых людей. К счастью, обошлось без пострадавших. В итоге 20 пожарных потушили дом за 40 минут. А другое ЧП зафиксировали в Красносилькупе. Там вспыхнула квартира на втором этаже жилого дома. Здесь на тушение ушло 3 часа. С огнем боролись 26 спасателей. Пострадавших также нет. Причина обоих пожаров и ущерб устанавливаются. В Приуральском районе осудили насильника, который, кроме того, угрожал своей жертве ножницами. Как сообщает следствие, 27 августа 2019 года в селе Белоярск 48-летний ямалец выпивал алкоголь с 19-летней девушкой. В процессе застолья он приставил ножницы острыми концами к ее груди, потребовав вступить с ним в интимную близость. При этом он пригрозил девушке убийством в случае отказа выполнять его требования. Сломив волю потерпевшей, мужчина совершил ее изнасилование. В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Полицейские Пуровского района раскрыли кражу в продуктовом магазине. В январе 2020 года злоумышленники обчистили витрины более чем на 10 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении. После директор торговой точки обратился в полицию. Правоохранители вскоре установили личности воришек. Они во всем признались, а вот продукты у них изъяли частично. Видимо, что-то успели употребить. Возбуждено уголовное дело. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире.